7:35. У нас сейчас будет скандал. И расследование. Никто не берет. Да, ой! Мы тут завтракаем, и у нас на 7:52 электричка, и Екатерина должна успеть одеться и... У Кати проездной, это у меня надо покупать билет. Потому что у меня только, я надеюсь, там нет отражения в зеркале. Нет. У меня только на этот, на автобус и на метро. Вот. Приятненького аппетита. Печенюшки, Яшкина, естественно, и чай. Приятненького. Ребенок расстроен. На 52 не получилось. Да. Макнет, ну ты серьезно? Ну? Я ненавижу ту, не знаю почему. У меня это не отражение. А я на 52, там какая-то нюдуки. Нам на 07 поедем. Ничего не мешает. Ты такой... Все, лайфхак для тех, кто жрет ночи. Это не тот лайфхак. Короче, рассказываю, как пользоваться этой фигней. Просите человека до 23:00 что-то достать с холодоса. И положите на стол, да. Наступает 23:00, холодос-то вы не открываете, а жрачка есть на столе. Все. Это все, что я хотела сказать. Ну, теперь-то мы успеваем. Да, уже 50 минут, Магне. Я знаю. Че, выходим? Че, я знаю. Покажи свое лицо недовольное. Обувайтесь, я говорю. Вот так лучше. Женщины. Зубрил это. Так тоже хорошо. Подожди, мы уже идем на электричку. Мак меня подталкивает. А что я должна ускоряться? Я Кате говорю. Платить тебе. Катя уже одну ногу на платформе. Все, мы наверх идем. Макне покупает мне билетик. Туда-обратно. Серьезная женщина. Покупка совершена. 100 лет 100 зим. Она нас увидела, она купила билет. Подходи, подходи. Я зубчик не убираю. Ой, тебе мутненько. Подожди. Бож. Что, да? Да ладно. Все. Купля подарок совершена. Спасибо за подарок. На Корею, да? Да. Сэкономлю 68 рублей. Мы только что сели в лимузин и направляемся в нашу школу принцесс. За окном пока темно. Но надеюсь, что с каждым днем будет сейчас это веселее. А времечко 12:51. Мы ждем пару номер 3. Да, Макне? Да. А у меня водичка, Макне жрет яблоко. Тебя не видно стопудово. Что за яблоко? Ничего не делаем, вот потом пойдем в улыбку радуги. Где? 16:54. Мы тут нашли одну штучку, которую мы думаем прикупить. Но мы брать не будем, потому что макнет больно. Не, ночью прикольно. Сейчас мы возьмем вещички. Ты взяла? Зубная паста, макне. Так, мы зубную пасту пошли искать. Времечко 18:56. Мы уже приехали домой, вон тут утята. Утки, точнее. Мы уже сходили на почту, забрали посылку, так что дома откроем. Сходили в магазин, купили. Наконец-таки сходили в тот, который я говорила. Купили сметану 100 грамм за 11 рублей. 100 грамм. Потом пошли на почту, забрали посылку, потом вернулись и взяли эти... как для чая, в общем, как печенюшки. Там, да. Пироженки. Да. Макне рекомендовала, я буду говорить правду на вкус. Да. Но я такие ела, вот они точно такие же. Как если дома. Вот, да, вот прям один в один, и вот прям вообще даже оберточка вот эта такая же. Что, вкусно? То, что я ела дома, мне очень нравится.
все, мы идем домой, и когда уже стол накроем, тогда уже вернемся, потому что, ну а что? Идем как идем, день обычный. Сегодня опять оборжались, еще мы с Катюхой полы помыли, потому что мы сегодня дежурные были. Так что как-то так. Все, встретимся за столом. Да, Макни? Да. Время уже 8:30. Мы, короче, успели, я прорешала дропс, мы помыли кочерыжку, она уже почти высохла, нифига себе. Она не такая мокрая, как должна быть. Мы повесили, вот, наш календарик теперь такой. Поросёнок. Кстати, тут написано «Правда». Кто рано встает, тот далеко от работы живет. Вот стопудовая инфа. А мы сделали еще покушать. Тут у нас бутер, я не знаю, с чем Макне с дома привезла, как она называется. А грудинка. Грудь с грудинкой, сына. Вот. Потом то, что мы купили, это как типа к чаю. Но это не печенька, а пироженка. Пироженка, пироженка, да, пусть будет пироженка. Вот макарошек чуть-чуть, мяско домашнее, потом грибочки Катины домашние, картоха, которая у нас со вчера осталась, и лечо домашнее Катюхина, вот. Так что мы будем сейчас кушать и смотреть что-то команду А, там тоже рандомное. Так что всем желаем приятного аппетита, хорошего, плотного, вкусного. Вот. Приятненького. Да, Катюх? Да. Ням-ням-ням-ням. Аж слюни потекли. Всё, приятного еще раз. Мы забыли кое-что открыть. Посилку. А. Надо же открыть ее. Итак. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Прикинь, там не она. Ты так открываешь, мне так страшно, когда ты так открываешь. Почему? Да перечика, не да, это она. Все, петличка пришла, у меня есть теперь петличка. Такое ощущение, что я шнурки купила. Серьезно, посмотри на нее. Та-дам! Сейчас, секунду, и раз это... А, ну вот она, короче. А, добрый день, дамы и господа. Не спрашивайте, зачем она? Для личного пользования, скажем так. Фига, она плотная. Офигеть, она даже... А, во. Ух! Все. Все, подарок пришел. Мы довольны. Мы пошли кушать. Приятного аппетита. Времечко 22:09. Мы сейчас будем ложиться, потому что рано мне надо будет вставать. Да, Макне? Я буду учиться. А, Макне будет учить. У тебя завтра тест? Послезавтра. Завтра просто не знаю. Завтра что, что-то будет. Я не сказала, что будет спрашиваться. То, что мы сегодня написали, будет спрашиваться. Кошмар какой. Ну, а я клею кусочки и ложусь спать. Ну, ты же недолго будешь все равно сидеть. Ну, пока не выучу. Ну, а как я, если ничего не знаю, пойду? Если я не понимаю задачу сейчас, как я пойду и как я буду ее писать? Какую задачу? Например, подбор мягких, там что-то мы еще в том семестре писали. Я не разобралась даже, мне надо сейчас написать это разобрать. Но там сейчас нормально, я думаю. Я не буду там до 4, не до 3. Максимум до часа. Я не думаю, что до часа будешь. Я тоже так думаю, я думаю, это быстро все будет. Я сегодняшнее повторяла уже. А, мы же купили. Ты брал себе что-нибудь? Нет, в этом. Я пойду, ну, ладно? Ладно. Я себе карандашик еще купил. Вот, мягкий. Порисовать захотелось. Бывает такое. Я закрою. Я закрою. Я разделась просто. А, да ладно. Я, короче, купила. Кто-то проходил. Я купила себе такие станочки обычные. Пока по скидке, сегодня же в Улыбке Радуги всегда 15 числа скидки. Купила себе шампунь, потому что мой заканчивается. Я думаю, мне литра надолго хватит, чтобы много не тратиться. И это как его? Ну да, чтобы много не тратить, и надеюсь, мне его надолго хватит. И купила зубную пасту, потому что моя закончилась. Вот. Предыдущая у меня паста была тоже типа такой, но другая все равно. Вот, вот такая вот. Но она тут почти уже все. Так что я пойду спать. Макне будет учить, потому что завтра у нее самостоятельная. Катя тоже где-то тут ходит. По телефону пошла с молодым человеком разговаривать. В общем, как-то так. Такой обычный простой день. Ничего особенного, в принципе.
А, у меня будет, короче, новость, пока вот все вышли, я могу сказать. Может быть, если у меня получится, я пойду по своей специальности, на которой я учусь, пойду на другую работу. Но это мне надо будет уволиться с Макдональдса и уволиться с оптики. Ну, в оптике как бы я не официально работаю, потому что там даже стаж не идет в трудовую книжку. А по цене, по зарплате, ну, если я буду также прогуливать... Я прогуливаю, да, я плохо делаю. Ну, вот такая я, да. Потому что учусь не там, где мне... Ай, все, ладно. В общем, по цене там будет примерно так же, но чуть поменьше, наверное. Зато я не буду так уставать, мне не надо будет далеко ездить, мне не надо будет поздно возвращаться. Это в том случае, если у меня получится. Но пока это у меня в голове, в разработке, так что это еще совершенно не точно. В общем, все. Всем пока-пока. До завтра. Пока. Я забыла сделать то, что я хотела. Да блин. Именно сегодня я хотела это сделать. Я попробую посильнее. Подожди, не хочу. Да что ж такое-то? Ой, ладно.